Добро пожаловать снова в нашу серию, посвященную книге притчи. И еще раз напоминаю, что эта серия рассчитана в первую очередь на молодежь. Я понимаю, что мы живем в культуре, которая не пропагандирует христианские ценности, не возвеличивает личность Христа. И именно по этой причине мы проводим эти уроки. Мы хотим помочь детям понять Божью мудрость. На этом мы остановились в прошлый раз, в четвертой главе. Поэтому перейдем к притчам пятой главы. И прежде чем я прочитаю этот текст, я хочу сказать кое-что очень важное. Во-первых, я действительно считаю необходимым, чтобы родители приняли участие в этом исследовании в пятой, шестой и седьмой главах потому что автор собирается затронуть тему безнравственности, супружеской измены. Я постараюсь быть как можно более сдержанным, понимая, что мне предстоит выступать перед детьми и молодежью, но было бы здорово привлечь к этому делу родителей. Мы живем в чрезвычайно порочном мире, и нам приходится сталкиваться с подобными темами. Мы должны учить тому, как их избегать. Мы должны учить тому, насколько они опасны. Но нам действительно нужно, чтобы в этом участвовали родители. Так что я сейчас прочитаю пятую главу Притчи, а потом мы помолимся а затем начнем изучать их построчно. А теперь я хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь, связанную с этими исследованиями. Я собираюсь немного отклониться от темы. Я имею в виду, что если возникнет какая-то тема, я могу подробно остановиться на ней. Точно так же я учил и учу своих собственных детей. Итак, давай начнем с пятой главы Притчи в первом стихе. Сын мой. Обрати внимание на мою мудрость, преклони свое ухо к моему пониманию, чтобы ты мог соблюдать благоразумие, а твои уста могли хранить знания. С губ прелюбодейки капает мед, и ее речь мягче масла. Но в конце концов она горька, как полынь, и остра, как обоюдоострый да меч. Ее ноги опускаются навстречу смерти, ее шаги натыкаются на щит. Она не задумывается о своем жизненном пути. Ее пути непостоянны, и она не знает об этом. А теперь, сыновья мои, выслушайте меня и не отступайте от слов, исходящих из моих уст. Держись подальше от нее и не подходи близко к дверям ее дома, иначе ты отдашь свою энергию другим, а свои годы жестокому человеку, и чужие люди наполнятся твоей силой. И твое с трудом заработанное добро перейдет в дом чужеземца. И ты будешь стонать в конце своего пути, когда твоя плоть и твое тело будут съедены, и ты скажешь, как я ненавидел наставление, и мое сердце отвергло упреки. Я не прислушивался к голосу моих учителей и не склонял своего уха к моим наставникам. Я был почти в полном разорении посреди собрания и прихожан. Пей воду из своего собственного водоема и пресную воду из своего собственного колодца. Если твои источники будут разбросаны по всему миру, потоки воды на улицах, пусть они будут принадлежать только тебе, а не незнакомым людям рядом с тобой. Пусть твой источник будет благословлен и радуйся жене твоей юности, как любящая лань и грациозная лань. Пусть ее грудь всегда удовлетворяет тебя, всегда радуйся ее любви. И для чего тебе, сын мой, увлекаться посторонне и обнимать груди чужой? Ибо пути человека находятся перед очами Господа, и он наблюдает за всеми его путями. Его собственные беззакония захватят нечестивого в плен, и он будет удерживаться узами своего греха. Он умрет из-за недостатка наставлений, и в величии своего безумия собьется с пути истинного. В начале этой главы всегда полезно прочитать всю главу целиком. Когда мы вернемся к другим текстам, которые будем изучать, мы просто сосредоточимся на этом тексте. А теперь давай обратимся к Господу с молитвой. И я хотел бы попросить Тебя помолиться вместе со мной. Я уже как бы закончу молитву к тому времени, когда ты будешь это смотреть. Но ты сейчас. Молись, чтобы Бог дал тебе понимание, мудрость, которая абсолютно необходима, если ты собираешься жить для Христа в этом мире. Так что давай помолимся. Отец, я молюсь прежде всего о том, чтобы мы здесь сегодня занимались тем, чему учим. Пусть твое слово будет превознесено. И я молюсь о том, чтобы ты использовал это в жизни молодых людей, которые будут наблюдать за происходящим не с помощью интеллекта или красноречия, а с помощью своего духа. И о Боже, я молюсь, чтобы в первую очередь они узнали Твоего Сына, потому что это величайшая мудрость познать Евангелие Иисуса Христа. И самое великое дело, которое мы можем совершить, это поверить в Твоего Сына для спасения. Так что я молюсь, Господь, не просто о том, чтобы у нас была кучка молодых людей, наполненных знаниями, но чтобы молодые люди были преданы Христу, исполнены любви ко Христу, совершая эти поступки, потому что они стремятся почтить Его. О Боже милостивый, пожалуйста, помоги нам прямо сейчас. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Так вот, во-первых, в стихах первом и втором мы увидим великий бастион против греха, великую защитную стену против всех видов греха, а не только против безнравственности. И в этом заключается мудрость, библейская мудрость, Божья мудрость. Так вот он говорит, «Сын мой, обрати внимание на мою мудрость, преклони свое ухо к моему пониманию». Что мы видим в первую очередь? Сын мой. Видишь ли, вот отец обращается к своему сыну. Я знаю, что ты молод и еще не стал ни отцом, ни матерью, но тебе нужно кое-что понять. Когда у тебя появляется ребенок, он значит для тебя больше всего на свете, и ты хочешь для него самого лучшего. Иногда в молодости, когда твои родители хотят наставить тебя, поправить или даже упрекнуть, ты как бы закаляешь свой хребет и борешься с этим. Ты расстроен, ты злишься. Иногда твои родители не позволяют тебе делать определенные вещи, которые ты хочешь делать. И ты считаешь, что это просто неправильно. Им на меня наплевать. Ну что же библейские родители, когда они говорят тебе на основании священных писаний, что ты не прав, или запрещают тебе делать определенные вещи? Ты должен понимать, что это происходит именно из-за этого, потому что ты их сын, ты их дочь. И именно эти отношения так важны для них, так же важны, как и любые другие отношения в мире. Они заботятся о тебе. Именно поэтому они и учат тебя этому. Именно поэтому иногда они говорят «да». И именно поэтому они часто говорят «нет». Потому что, видите ли, вот что вам нужно понять, молодой человек. Никто не рождается в этом мире с мудростью. Мудрость ⁇ это то, чему вы должны научиться. Мы уже много раз говорили об этом, но я собираюсь повторить это еще раз. У тебя есть два варианта действий. Ты можешь жить и учиться, а можешь учиться и жить. Второй вариант самый лучший. Ты знаешь, тот, кто не прислушивается к мудрости, может чему-то научиться, но ему придется учиться на собственном горьком опыте, и это сильно повредит ему и причинит большое горе. Так что вместо того, чтобы пытаться самостоятельно решить, по какому пути тебе следует идти, может быть, тебе стоит просто прислушаться к мудрости. Может быть, тебе стоит просто выслушать то, что хочет сказать Бог. Так вот он начинает со слов «Сын мой», а затем говорит «Обрати внимание» обрати внимание на мою мудрость обрати внимание на меня так вот идея здесь заключается не только в том что тебе нужно выслушать меня дело в том что тебе нужно сосредоточиться и точно понять о чем говорится в этом слове чтобы ты мог применить его на практике и это очень важно, потому что, как мы уже много раз говорили и будем повторять снова и снова в священных писаниях, слушать значит повиноваться. Так вот, знаешь, твоя мама говорит тебе сделать что-то вроде уборки в твоей комнате, а через два часа она заходит к тебе в комнату, и там нечисто, обычно она не говорит. Почему ты меня не послушался? Говорит она. Почему ты меня не послушал? Так вот, когда Библия говорит «слушай», она говорит «слушай, чтобы ты мог повиноваться». Но сейчас для того, чтобы повиноваться, ты должен понять это. Вот он и говорит «сын мой, обрати внимание на мою мудрость». А что же такое мудрость? Очень часто мы задаем себе вопрос, в чем разница между знанием и мудростью? И ответ на этот вопрос может быть довольно сложным. Но что, Но что я хочу сказать тебе сегодня, сегодня так это то, что это лучший способ взглянуть на это так. Знание — это знание Бога, знание того, того что, что реально, что истинно. А мудрость заключается в том, как нам использовать эти знания и применять их в нашей повседневной жизни. Мы говорим о том, что у кого-то может быть действительно большая голова. Это означает, что у него внутри много чего есть, и это может быть даже правдой, но это бессмысленно, если это не затрагивает две другие области, его сердца. Все, что ты знаешь о Боге, влияет ли это на твое сердце? Заставляет ли это тебя еще больше любить Бога, еще больше прославлять Бога, думать о Боге? Это касается не только твоего сердца, но и твоего тела. Если у тебя есть целая куча знаний, но это действительно не влияет на то, как ты двигаешь руками, что ты делаешь руками, что ты делаешь ногами, как ты ходишь, на что ты смотришь. На что ты отказываешься смотреть, что ты слушаешь и не слушаешь, и не слушаешь тогда знания действительно не имеют значения, понимаешь. Так что вопрос не в том, умный ли ты человек, а в том, мудр ли ты на самом деле, знаешь ли ты, как применить те знания, которыми ты обладаешь. Знаешь ли ты, как их применить на практике? А потом готов ли ты к этому? Ты действительно занимаешься подобными вещами в своей повседневной жизни. А теперь я буду часто напоминать тебе об этом и объясню тебе почему. Потому что мне уже 61 год, и я все еще знаю намного больше того, что я на самом деле применяю. Так что нам всегда будет нужно услышать об этом. Вот он и говорит, «Сын мой, обрати внимание на мою мудрость». Я хочу сказать еще кое-что о мудрости, и это относится не только к слушающим нас молодым людям, но и к родителям. Обратите внимание, что он говорит как отец, но это относится и к матери. Обратите внимание на то, что он говорит, «Моя мудрость». Так что, родители, очень важно, чтобы ваши дети изучали не только книгу Притчи и остальные священные писания, но и чтобы вы, родители, поступали так же. Вы должны показывать пример своим примером. Поэтому мудрость священного писания должна проникнуть в разум и сердце ваших детей. Это действительно так. Но мудрость священного писания должна быть также и вашей мудростью, как отца и матери. Ты должен изучать Слово Божье. И то, что здесь изложено, должно быть также в вашем сердце и разуме. Вы должны быть примером для подражания. Так что отец, по сути дела, говорит, сынок, я не собираюсь просто учить тебя всяким вещам. Именно так я и жил всю свою жизнь, и именно это меня защищало. Вот так он и говорит, «Сын мой, обрати внимание на мою мудрость». А затем он говорит, «Преклони свое ухо к моему пониманию». Так вот, это одна из моих любимых фраз в Библии. Это буквально означает «протяни свое ухо». Хорошо, а теперь позволь мне привести тебе один пример. Когда я бывал в лесу, когда мои мальчики были маленькими и мы гуляли по лесу, я говорил что-нибудь вроде, посмотри на этого оленя. И они говорили, мы его не видим. Я подхожу к нему и вижу, что он прямо там. А где же это? А теперь что мне делать с языком моего тела? Я протягиваю свою руку вот так. Я наклоняюсь и подхожу. Смотри, это прямо здесь. Ты видишь это? Я наклоняюсь к нему. Так вот, кто-то тебе что-то говорит, а ты на самом деле его не слышишь, но у тебя есть очень важная идея. Что же ты делаешь? Ты ведь склоняешься к этому, не так ли? Ты спрашиваешь, что же ты там сказал? Вот в этом-то и заключается вся идея. Наклони свое ухо, наклоняйся вперед, вытяни ухо, открой его как можно шире, чтобы ты мог слышать. А почему бы и нет? Потому что это очень важно для нас. Это действительно очень важно. На свете нет ничего более важного. Нет ничего более важного. Позволь мне сказать это еще раз. На свете нет ничего более важного. Говорит он, преклони свое ухо к моему пониманию. Так вот, в чем же заключается это понимание? Здесь мудрость и понимание действительно употребляются как синонимы. По сути, это говорит об одном и том же. Но у меня здесь есть кое-что, чего я хочу, что я записал. Я хочу быть уверен, что ты это поймешь. Здесь понимание используется как синоним мудрости, но оно включает в себя нечто большее, чем просто сбор данных. Все в порядке. Например, у бухгалтера есть все эти данные о том, откуда взялись деньги, как они были потрачены, как долго они оставались. Он может разбить расходы по категориям в разбивке. Итак, у тебя есть все эти данные, и это очень важно. Это абсолютно необходимо. Но дело не только в том, чтобы иметь эти данные. Вопрос в том, как ты их считываешь и как применяешь на практике. Как же ты поступаешь, основываясь на полученной информации? Это чрезвычайно важно, чрезвычайно важно. Так что еще раз повторяю, я просто повторяю то, что уже сказал. Недостаточно просто иметь в голове кучу фактов о Боге или Божьей воле. Ты должен знать, как мне применять эти вещи в своей повседневной жизни. Как же они влияют на меня? Как они меняют мою походку? И еще раз я хочу, чтобы ты обратил внимание на то, что он говорит здесь, преклони свое ухо к моему пониманию. Родители, это очень-очень важно чрезвычайно важно еще раз повторяю мудрость должна быть твоей собственной ты сам ты сам должен изучать слово божье и расти в мудрости и понимании а теперь давай перейдем к нашей следующей странице заметок здесь мы продвигаемся вперед прояви мудрость и понимание есть еще одна последняя вещь, которую я хотел бы сказать по поводу обеих этих вещей. Когда он говорит «Моя мудрость в моем понимании», отец и мать не говорят «Это те вещи, с которыми я боролся», или «Это те вещи, которые я узнал из своего собственного опыта». Нет, они говорят, что именно этим вещам мы научились у Бога. И мы научились им из Слова Божьего. А теперь давай перейдем ко второму стиху. Начиная с первого стиха, «Сын мой, обрати внимание на мою мудрость, преклони свое ухо к моему пониманию». А почему бы и нет? Сейчас мы поговорим о награде за мудрость, чтобы ты мог соблюдать благоразумие и чтобы твои уста хранили знания. Итак, в первом стихе мы видим, что ты должен делать. Во втором стихе мы увидим, какую пользу это принесет тебе, чтобы ты мог соблюсти рассудительность. А теперь скажи мне, что, что такое рассудительность. Рассудительность ⁇ это способность взвешивать вещи как на весах и определять, что хорошо, а что не очень. И это не всегда разница между чем-то очень хорошим и чем-то очень злым, но также и в способности взвесить даже среди хороших вещей, что является лучшим. Позволь мне привести тебе пример. Мы сотрудники компании HeartCry, занимаемся миссионерской деятельностью. Так вот, мы действительно помогаем сиротам и нуждающимся людям, и это хорошие вещи, очень хорошие вещи, очень необходимые вещи. Но даже несмотря на то, что они настолько хороши, они не самые лучшие. Потому что, видишь ли, если мы помогаем всем сиротам в мире, но не проповедуем им Евангелие, значит мы дали им не самое лучшее. Таким образом, благоразумие ⁇ это способность судить, когда кто-то просит тебя что-то сделать. Хорошо ли это или плохо? Хорошо ли это или лучше всего? Так вот, еще одна вещь, которая относится к благоразумию, это способность тщательно планировать, определять, каким путем тебе следует идти, как бы планируя свою жизнь или планируя определенную задачу. Так вот, иногда христиане просто становятся чересчур сверхдуховными. Они говорят что-то вроде ⁇ Я просто хочу, чтобы меня водил Дух ⁇ И мы нуждаемся в том, чтобы нас водил Дух ⁇ Но для того, чтобы быть ведомым Духом, также требуется, чтобы мы сидели спокойно, изучали Слово Божье и думали, действительно думали, как же мне тогда жить? И потом в жизни бывают определенные вещи, например, некоторые из вас, вероятно, подростки, и вы думаете о том, что же мне делать со своей жизнью? Тебе нужна осмотрительность, не так ли? Прояви благоразумие, чтобы сесть и уйти. Я собираюсь продумать определенные планы и изложить их в письменном виде. Я собираюсь получить мудрый совет от своих родителей, а может быть и от пасторов и других людей. И я собираюсь определить, каким путем мне следует идти. Сегодняшняя молодежь часто настолько поглощена на своими мыслями что они так заняты разными вещами они сидят в интернете они сидят в инстаграм они сидят в твиттер они занимаются всеми этими вещами в социальных сетях и они никогда не садятся и не думают благоразумно не только о том что я буду делать когда стану старше но и о том как мне правильно использовать свое время сегодня Иначе у них никогда не будет плана, как я буду реагировать, когда меня охватит искушение, особенно такое экстраординарное зло, как безнравственность. Итак, одна из причин, по которой мы изучаем Слово Божье и слушаем других, кто учит Слову Божьему, заключается в том, чтобы мы могли проявлять благоразумие. А теперь посмотри, о чем там говорится. Он говорит, что ты можешь соблюдать развлечения. А теперь скажи, что значит соблюдать развлечение? Идея состоит в том, чтобы оберегать это или защищать это. И я написал здесь кое-что, что, как мне кажется, поможет тебе понять это. Речь идет о том, чтобы ты не терял благоразумие, когда испытываешь искушение, чтобы ты не забывал о своих праведных планах, когда перед тобой встают нечестивые альтернативы. А теперь я хочу, чтобы ты хорошенько задумался об этом. Есть одна вещь, которая очень часто встречается среди боксеров и мастеров боевых искусств, и вот она. У каждого есть свой план боя до тех пор, пока ты не получишь удар кулаком в лицо. У каждого есть свой план до тех пор, пока ты действительно не вступишь в бой. Тебе нужен какой-то план до того, как ты вступишь в бой. И даже если у тебя есть план, сделать это будет непросто. Так насколько же это будет сложно, если у тебя нет никакого плана действий? Видишь ли, ты должен прямо сейчас решить, каковы твои убеждения. Ты должен принять решение прямо сейчас, потому что когда ты участвуешь в битве, уже слишком поздно что-то решать. Ты должен изучать Слово Божье. Ты должен знать закон Божий. Ты должен знать заповеди Христа. Тебе нужно знать принципы мудрости и не только знать их. Но тебе нужно, размышляя над ними, встать и пойти вместе с ними, говоря, это мои убеждения. Я буду повиноваться скорее Богу, чем людям. Я буду повиноваться скорее Богу, чем своим собственным злым желаниям. Хорошо? Итак, ты изучаешь Слово Божье и приходишь к великим убеждениям. А затем, когда ты вступаешь в битву, эти убеждения направляют тебя. Они направляют тебя. Так вот, во втором стихе он говорит, чтобы ты соблюдал благоразумие и чтобы твои уста хранили знания. Так вот, что же он имеет в виду? Ну что же, ты можешь стать кладезем знаний, чтобы знать, как правильно ответить на любое искушение, будь то безнравственность или что-то еще, что противоречит воле Божьей. Видишь ли, Бог хочет, чтобы ты был не только тем, кто знает, но и тем, кто является кладезем знаний, которые ты можешь излить на других людей. А теперь я хочу рассмотреть несколько отрывков, которые выходят за рамки пятой главы Притчи. Поэтому я хочу, чтобы мы быстро перешли к Притчам 15.28. Посмотри, что там говорится. Сердце праведника размышляет над тем, как ответить, но уста нечестивца изливают злые слова. Так вот уста нечестивца, не задумываясь, просто изливают свои мысли, постоянно изливают свои мысли, не задумываясь о том, что они говорят. И все мы знаем, насколько вредными могут быть слова не только для того, кто их произносит, но и для того, кто их слышит. Но посмотри, о чем там говорится. Сердце праведника размышляет над тем, как ответить. И они не просто думают о том, как ответить в тот момент, когда им задают вопрос, но и изучают Слово Божье на предмет того, как на него ответить. Они почерпнули мудрость и понимание Слова Божьего. И поэтому они способны быстро и правильно ответить тем словом, которое подходит именно к этим обстоятельствам. Это очень важно. А теперь скажите, кто является самым ярким примером этого. А кто был самым ярким примером для подражания? У нас нет времени вдаваться в подробности, но это Иисус. Помнишь ли ты, как в 4 главе Евангелия от Матфея говорится, что он подвергается искушению, и не просто искушению, его искушает величайший из всех искусителей, сам дьявол. И каждый раз Иисус дает ему безупречный ответ. И что очень важно понять, Иисус ответил ему цитатой из Священного Писания, цитатой из Священного Писания. А теперь вот еще кое-что, о чем ты часто не слышишь, и это очень важно. Он не просто так поступил. Он победил дьявола не только потому, что цитировал священное писание в адрес дьявола. Он победил дьявола потому, что повиновался священным писаниям, которые цитировал. Я всегда слышу, как люди говорят, ⁇ Когда ты испытываешь искушение, просто цитируй священное писание ⁇ да, это хорошая идея. Но еще лучше было бы повиноваться тому священному писанию, которое ты цитируешь. От того, чтобы просто говорить что-то, просто излагать священные писания, очень мало пользы. Вопрос в том, собираешься ли ты повиноваться священным писанием, в которых говорится об этом конкретном искушении. А теперь я хочу, чтобы ты просто быстро пошел со мной, и на этом мы закончим. Я хочу, чтобы ты перешел к последней книге Ветхого Завета. Прямо перед книгой Евангелия от Матфея у нас есть книга пророка Малахии. Я хочу тебе кое-что прочесть и хочу, чтобы ты понял, как это относится к тебе, даже будучи молодым человеком. Сейчас он говорит об идеальном священнике, хорошем священнике, благочестивом священнике. И вот что он говорит. Мой завет с ним был заключен на жизни и мир, и я подарил их ему как объект благоговения. Так вот, он благоговел передо мной и благоговел перед моим именем. Он поклонялся Богу. Он уважал Бога. Он боялся Бога. Он благоговел перед именем Божьим. И это относится не только к священникам, но и к тебе и ко мне. Тебе нужно изучать священные писания и развивать такие отношения с Богом, чтобы ты почитал Его и почитал Его спасение, которое Он дал тебе через Христа, и ты почитал Его Слово. А еще там говорится, что истинное наставление было в его устах, и неправедность не звучала на его устах. Он ходил со мной в мире и праведности, и многих отвратил от беззакония. А теперь я хочу, чтобы ты взглянул вот на это. В его устах звучало истинное наставление. Я знаю, что ты еще молод, но у некоторых из вас даже могут быть маленькие братья и сестры, и ты можешь оказать на них большое влияние. Ты можешь оказывать большое влияние на своих друзей, и ты можешь быть таким как во благо, так и во зло. А если ты хочешь оказывать хорошее влияние, то что же ты должен делать? Посмотри, что здесь написано. В его устах звучали истинные наставления, и на его устах не было ни слова неправедного. Тебе нужно вложить Слово Божье в свой мозг и в свое сердце так, чтобы оно исходило из твоих уст, и ты оказывал огромное влияние на других людей. А ты знаешь, что ты даже можешь оказывать влияние на своих родителей. Ты даже можешь оказывать влияние на своих пасторов, когда они видят твою преданность священным писаниям. На протяжении всей своей жизни я встречал нескольких молодых людей, которые выучили наизусть целые книги Библии. И когда я узнаю об этом, у меня появляется огромное желание самому двигаться вперед, идти еще дальше. Так что независимо от того, насколько ты молод, ты можешь оказать на меня огромное влияние. Если в твоих устах и на твоих губах звучат истинные наставления, ты можешь оказать на меня огромное влияние. И это говорит о том, что он ходил со мной в мире и праведности. Он не просто говорил что-то. Он ходил в этом. И что же произошло в результате того, что он ходил в соответствии с законом Божьим? Он многих отвратил от беззакония. Отдаешь ли ты себе отчет в том, какое влияние ты можешь оказывать на всех окружающих тебя? людей, особенно на своих братьев и сестер, во благо или во зло. Далее следует седьмой стих, ибо уста священника должны хранить знания. Именно об этом мы и говорили в книге притчи. Ты должен беречь их, чтобы они у тебя были. Это заложено в тебе самом, и ты не отступаешь от этого. И люди должны искать наставление из его уст, ибо он посланник Господа Саваофа. Так вот, когда я хочу получить наставление, я не обязательно обращаюсь к людям, которые обладают красноречием. Я не обращаюсь к людям, у которых есть всевозможные умные высказывания или жизненный опыт. Я действительно не обращаюсь к ним. Меня это совершенно не интересует. Когда я хочу получить совет, я обращаюсь к людям, которые знают Слово Божье и могут открыть Слово Божье и наставить меня. Что ж, мы подошли к концу нашей первой сессии. И я просто молюсь, я молюсь, чтобы Бог использовал это в твоем сердце для совершения добра и чтобы ты стал орудием праведности. Да благословит тебя Господь.